Перед началом игры «Добль» перемешайте карты и откройте две верхние. Внимательно их рассмотрите и найдите символ, который присутствует на обеих карточках. Запомните, между двумя любыми картами всегда существует один совпадающий символ. На этом принципе построены 5 вариантов игры. Вариант игры «Разбери башню». Положите перед игроками по одной карте в закрытую, а колоду на центр стола в открытую. Теперь игроки одновременно переворачивают карты и ищут совпадение на своей и верхней карточке башни. Первый, кто назовет его, забирает карту с башни и кладет на свою. Теперь все ищут совпадающие символы уже с новой верхушкой башни.